بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا في прошлом уроке с вами говорили о том, что касается распространения приветствия ассалям. ودرسنا مع السلام الاستئذان. И также говорили о том, что нужно спрашивать разрешение прежде чем войти. وقلنا لابد نعلم الصغار نعلم الكبار على الاستئذان قبل الدخول. И мы говорили о том, что нужно обучать как и детей, так и взрослых, о том, что нужно спрашивать разрешение, прежде чем зайти в чужой дом. Поэтому сказали, что самым большой смутой для Бану Исраиля это была женщина. И поэтому пророк, который является пророком этой общины, никогда, говорит, не прикасался к руке чужой женщины. Никогда такого не было. Нам. وكذلك لدينا أخذنا أيضا ما يتعلق بالحياة. Также говорили о том, что касается скромности. أيضا قلنا لابد من اهتمام بالحجاب. Также говорили о том, что нужно уделить большое внимание покрывалу женщины, хиджабу. ابتعاد الرجال عن النساء في المساجد إذا من باب أولى خارج المساجد. И говорили о том, что мужчина должен удаляться, быть подальше от женщин в мечети. И что говорит тогда о том, насколько далеко должен быть мужчина вне мечети от женщины? То есть вы раз, так как мы узнали это, должны воплощать это в своей жизни. Поэтому если мы начнем с самого, говорит, младенца, с детства обучать своих детей, говорит, он будет расти и будет таким, каким его воспитал его отец. Это очень важный раздел. И поэтому пророк сказал, научил нас в том, что это является смутой, и также сказал, что близкие, родственники, то есть мужчины, мужа является смертью, да, для жены. نعم. كيف يعني الآن الشيخ مثلا يريد يتكلم مع المرأة يريد يشتري منها. То есть это, что говорит, например, человек хочет купить что-то у женщины. يغض البصر. Должен потуплять свой взор. ولا يلزم عندما يكلم المرأة أن ينظر إليها. على العكس يلزم أنه لا ينظر إليها. То есть не должен думать, что раз можно ему с ней разговаривать, можно смотреть на нее. Нет, говорит, наоборот. Он при разговоре с чужой женщиной должен потуплять свой взор. И то, что он будет делать, это и будет являться его призывом. Он будет получать за это награду. И он как бы будет известен своей скромностью и своим благим нравом. عندنا بعض الناس يفتح المواضيع ويمزح ويتكلم مع المرأة قلنا كأنها يعني زوجته. И некоторые люди, если как бы начинают какие-то открывать темы, разговаривают с женщинами, шутят с ней, так как будто бы она его жена.